Спасибо, Дуварна. Искали нас здесь. И сани търсили тук. В новом здании, где нет адреса. В новата сграда, където няма адрес. И нашли нас. И сани намерили. Думаю, что это неспроста все. Това всичко не е напразно. Дай хорошего слова. Дай мне хубаво слово. Дай, чтобы каждое сердце было наполнено. И нека всяко сърце е наполнено. Меры угнетенные и утрясенные. Мы молились с благодарностью Тебе. И мы молим с благодарностью към Теб. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Во имя нашего Господа Иисуса Христос. И народ Божий да скажет. Божий народ ще каже. Аминь. Аминь. Сегодня я обещал. И днес съм ви обещал. Начать тему о духовной войне. Да започна темата за духовната война. Я это слово исполню. Тема моей проповеди сегодня. И темата на моята проповед днес. Духовная война. Духовната война. Первая часть. Первая часть. И знамя его надо мною. Знамето му е над мен. Любовь. Любовь. Это место взято из песни Песней. И това място е от песните. Вторая глава, четвертый стих. Вторая глава, четвертый стих. Я думаю, что мы все его знаем. И мисля, че всички го познаваме. Я думаю, что очень важно начать тему о духовной брани. Аз вярвам, че е много важно да започнем тази тема за духовната битка. Именно с темой любви. От самата тема на любов. Почему? Защо? Потому что очень важно понять. Защото е много важно да разберем. Что и ради чего мы воюем. За вообще. Какво и срещу кого се борим. Наша война не против крови и плоти, правда? Нашата война не е срещу кръв и плод. Но против мироправителей. Обаче срещу мироправители. Тьмы века сего. Тъмнината на този век. Против духов злобы поднебесной. Срещу злите духове. Против врага человечества. Срещу врага на човечеството. И его с поспешности. И его последующих слуги. Бесов. Бесовите. Мы воюем против дьявола и против и демонов. И ние си борим срещу дьявола и срещу демоните. Но ради чего и ради кого мы воюем? Обаче защо и за кого си борим? Именно по той причине, что мы любим. Точно заради причината, че обичаме. Любим. Вы любите вообще своих близких? Ви обичате ли близките си? Своих родных? Роднините си? Своих детей? Децата си? Вот сегодня тема об этом. И днес темата е за това. Чтобы нам вместе с грязной водой... Да можем заедно с мръсната вода... Не выплескивать и детей своих, правда? Да не... Потому что очень часто во время служения освобождения мы выгоняем, често, по время на служението на освобождение, мы выгоняем не бесов, не гоним не бесовите, мы гоним людей, а гоним хората. Так получается. Така се получава. Давайте я открою первый стих, который я хотел сегодня прочитать, нека очень важный. Първия стих, който исках да прочита. Это Псалом 89. Псалми 89 глава. 12 стих. 12 стих. И я прочту только одну мысль. И ще прочита само една мисъл. Я хотел бы извиниться сегодня перед теми людьми, которые в среду были. И бих искал да се извиня пред хората, които дойдоха днес. На молитвенном. В среда бяха днес. Потому что там я частично делился своими откровениями. Защото там споделях моите откровения. И сегодня немножко буду повторяться. И малко ще се повторя. Потому что считаю, что эти откровения, они очень важны. Защото смятам, че тези откровения са много важни. Вот Псалом 89. Псалми 89 глава. 12 стих. 12 стих. И здесь написано так. Есть на проекторе, да? Ну, я только одну мысль подчеркну. Научи нас так счислять дни наши, что приобрести сердце мудрое. Вы знаете, есть стихи Библии, над которыми можно размышлять всю жизнь. В Библии има стихове, над които можем да мислим цял живот. Вот я верующий с 91-го года. Я сам вярващ от 91-го година. Я хочу сказать вам, что 30 лет я размышляю над вот этим и стихом. И искам да кажа, че 30 години мисля над този стих. И каждый раз он открывается мне по-разному. И всеки път той по нов начин ми се отваря. Вначале я думал, что Господи, дай мне приобрести какую-то особенную мудрость. Първо си мислих, Господи, дай ми да придобия някаква особена мъдрост. Чтобы как у Соломона, да? Като на Соломон, например. Потом я думал, что надо как-то научиться вот счислять. След това си мислих, че може би трябва да броя по някакъв начин. Как-то глубоко осознавать свою жизнь. Дълбоко да осъзнавам живота си. Как-то проживать свою жизнь вместе с Господом. Да живея живота си с Господ. Потому что Бог мне открыл. Защото Господ ми отвори. Что если я не умею жить на этой земле с Господом. Че ако не умея да живея на тази земя с Бог. То что я буду делать там, на тогава небесах? Тогава какво ще правя там, на небесата? Согласны со мной? Согласны ли сте? Если ты не умеешь здесь жить, на земле с ако Господом. Ако не умеешь да живееш тук на земята с Господ. Вечность тебе не нужна.
Не ти трябва вечността. Мне Бог открыл, что атеисты верят в то, что Бога нет. И Господь ми отвори това, че атеистите вярват, че Бога няма. И вы знаете, по своей вере они идут в то место, где на самом деле Бога нет. И по своята вяра те отиват в мястото, където Бога няма. Вы понимаете? Мы верим в то, что Бог есть. Обаче ние вярваме в това, че Бог го има. И мы идем в то место, где Бог есть. И отиваме там, където Бог го има. Где Бог владыка. Където Бог е господаря. Бог богов. Бог на боговете. И Господь господствующих. Я хотел бы все-таки эту 89 главу полностью прочитать. И бих искал да прочита цялата 89-та. Потому что она глава, очень важная. Защото е много важна. Давайте мы откроем 89 глава. Что-то у меня тут плохо. Псалом 89. Туго открывается. В Болгарской Библии 90 глава. Да, в Болгарской Библии идет небольшое смещение. Я начну с первого стиха. На проекторе можно читать на болгарском языке. «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тлен и говоришь, возвратите, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером натекается и засыхает. Новый Завет по этому поводу говорит, жизнь человека как пар, являющийся на малое время». И Новый Завет сказывает, что живот на человека как пара. Жизнь пролетает вот так вот. Живот минал мигновенно. Вот мне 55 лет. А сам на 55 години. Я не заметил, как я прожил свою жизнь. Я с не забелязах, как ну, я не знаю, сколько Господь мне еще отпустит. Не знам, сколько Господь мне. Но я знаю, что особенно после 40 лет время летит очень знам, быстро. Значит, знам, через 40 години время то меня много быстро. С ускорением. Я начал торопиться. Я започнал да бързам. Чтобы как можно больше успеть. Да может да успею повече. И с 10 стиха. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие, да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, и в деле рук наших споспешествуй». Можешь сказать на это «Аминь»? Ты хотел бы Божьего благоволения в свою жизнь? Били искал да имаш хотел благоволение, чтобы Бог споспешествовал Били твоим делам. Господу утверждава делата си. Так надо просить. Тогда трябва да го молиш. Правда. Просите и получите, написано. Стучите и отворят вам. И кто ищет, тот всегда находит. Кой тут търси, винаги ще намери. И вы знаете, вот Соломон прожил свою жизнь. И Соломон си изживял живота. Ну, мудрейший человек. Той наймудрейший человек. И в конечном итоге он сказал. И в крайней сметке и казал. Суета все. Всичко е суета. Все суета, сует. Всичко е суетата на сует. Выслушай сущность всего. И слушай сущността на всичко. Господа Бога бойся. Страхувайся от Господ. И заповеди Его соблюдай. И соблюдавай заповедите Его. В этом все для человека. И в това е всичко за человека. В этом все для человека. В това е всичко. Господа Бога бояться, то есть трепетать перед Ним, благоговение. Да се намериш благоговение пред Господа. По Новому Завету это любовь. Според Новия Завет това е любовь към Господ. И исполняй все заповеди. Исполнявай всички тему заповеди. То есть водись Духом Святым. То есть буди воден от Святия Дух. Все водимые Духом Святым суть. И всички, които са водени от Святия Дух, са какви? Суть Сыны Божии. Са синовете на Господ. И вы знаете, это суть Нового Завета. И това е същността на Новия Завет. Потому что по Новому Завету есть только две заповеди. Защото според Новия Завет има само две заповеди. И какие это заповеди? Кои са те? И вы знаете, это заповеди не такие, как, например, первая заповедь. Това не са заповеди, като, например, преди първата заповед. Будь любим Богом. Бъди обичан от Бога. Потому что Он любит тебя от всего сердца, от всей души, от защото всего разумения, от всей крепости своей. От цялото си сърце, от целия си разум. И возлюби себя самого. И да возлюбиш себе си. Полностью и без остатка. Напълно и без остатък. Это вторая заповедь. Това е втората заповед. Так звучит? Така ли звучи? Вот почему я это привожу, почему я это говорю? За что я дам този пример? Сегодня я проведу вам такую градацию возраста. Днес ще ви дам една градация на възраст. Да, меры полного возраста Иисуса Христа. Мярка на пълната възраст в Иисус Христос. Потому что детство. Защото детството. Духовное детство. Духовното детство.
Вы знаете, как духовные дети, младенцы, что говорят? Знаете ли, как указывают духовным тем младенцам? Меня никто не любит. Меня никто не любит. Я никому не нужен. Господи, ты что не видишь? Господи, не видишь ли? Не любит меня никто. Никого не имею убича. У меня нет друзей. Я вам все приятели. В церкви не могу никого найти. И в церкви не могу даже намерить никуй. Человек забывает спросить, а ты кого любишь? И человека забравя да пита, ти кого убичаешь? А ты кому друг? На кого си приятель? Потому что Слово Божие говорит, если хочешь иметь много друзей. Потому что Божие это слово указывает, что если искаешь да имаешь много приятелей, треба да си. И вот здесь просто мы видим градацию такую, что маленький ребенок вопияет, что меня никто не любит. Зрелый христианин, что исповедует в своей жизни. Я хочу сказать, что зрелость духовная, она проповедует любовь во всех ее проявлениях, в словах, поступках и делах. Через поступки и через дела. И самая высшая мера любви, о которой говорит Иисус Христос. Высшая мерка на любовь, за которую говорит Иисус. Нет больше любви. Няма по-голяма любовь. Нет больше любви. Няма по-голяма любовь. Как если кто душу свою положит за друзей своих. Ако някой положит душата си за приятель. Так написано. Така пише. Вот это мера полного возраста Иисуса Христа. Това е мерката на пълната възраст на Иисус Христос. И Иисус пошел после этих слов. И Иисус е тръгнал след тези думи. И отдал свою душу. И си е дал душата. За своих друзей. За своите приятели. Когда они еще были недостойны. Когато още не были достойны. Праведный, который умер за нечестивых. Праведный, който умрял за нечестивых. Святой, который умер за грешных. Свят, който умрял за грешницы. Можешь себе просто на самом деле вот это в сердце закрепить о том, что вот легко умереть за благодетеля, правда? Так, много так лестно написано. Да умрем за благодетел. Вот попробуй пише. Умереть за человека, который тебя ненавидит. Обаче се опитай да умреш за человека, който те мрази. Человека, который тебя предал. За человека, който те предал. Человек, который от тебя трижды отрекся. Человек, който се отрекал от тебе. Уже не так просто, правда? Вече не е толкова лесно, нали? Но Иисус Христос это сделал. Обаче Иисус Христос го е направил. Давайте мы пойдем дальше. Нека тръгнем напред. Вы знаете, я открою послание к евреям. Еще отворя послание к евреям. Мне сегодня очень легко проповедовать. Много ми е лесно да проповядвам днес. Думаю, потому что к нам приехали хорошие люди. Защото дойдоха хубави хора при нас. Хорошая атмосфера сегодня насыщена просто Духом Святым. Насыщена со Святия Дух. Послание к Евреям 10 глава. Евреи 10 глава. С 26 стиха. От 26 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Если отвергающийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, в наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Можешь сказать на это аминь? Суд начинается с Дома Божьего, правда? Суда започва от Божия дом. И вы знаете, вот это место, оно мне очень нравится. Много ми харесва. Потому что я учу обыкновенно. Защото аз обикновенно уча. Что Бог не только есть любовь. На това, че Бог не е само любовь. И есть обратная грань. А има и една друга страна. Он также есть ярость, готова пожрать противника. То есть, что такая, този, който е готов да... Бог ровно настолько сильно любит, си, и Бог толкова много не обича, и настолько же сильно ненавидит. И толкова много и мрази. Бог любит человеческую душу. Бог обича човешката душа. И ненавидит грех. И мрази греха. Бог любит тебя. Бог обича теб. И поэтому страшно ненавидит дьявола. И за това страшно много мрази дьявола. Потому что дьявол есть от начала человека убийц. Защото дьявол от самого начала человека убийц. И вы знаете, я хочу сегодня привести такой один. Я бы даже сказал, лютый пример. И днес искам да ви дам един много страшен пример. Я служил в армии в 84 году служив по 86 год. В казарма с какого? С 84 по 86. От 84 до 86 година. И я попал в Сибирь. И попаднах в Сибирь. Сперва в Сургут на распределение, Сургут, на карантин. Распределение, и на потом меня перенаправили. И след това ме изпратиха в учебный батальон. В учебен батальон. В город Тюмень. Град Тюмен. Я попал в первый взвод специального назначения. И попаднах в спецназначение. Куда набирали одних спортсменов. Където собираха само спортисти. И в основном там были разрядники. И обыкновенно там имаше разрядницы. Первый, второй разряд. Первый, второй разряд.
КМС, кандидат в мастера спорта. Кандидате за мастер, был только один мастер спорта в третьем отделении. И имаше само один мастер на спорт в третьем отделении. Мастер спорта по стрельбе из спортивного пистолета. По стрелению от спортивного пистолета. Я так, на то время был дзюдоист, каратист, бывший. И по това время аз бях спортист по... И хорошо дрался. Чемпион по дзюдо и карате. И меня вот взяли... Можно водички? Во взвод спецназначения. И меня взяли в отбор под спецназначение. И когда нас отправили на стрельбище... И куда-то не испратиха на стрельбище. Учить стрелять из автомата Калашникова. Не учиха да стреляме от Калашников. 7,62. 7,62. И мы отстрелялись. И не стреляхме. И через какое-то время приехал, я до сих пор помню, замполит. И след някакво время дойде заместник на полит. Замполит полка. По политической заместитель по политической части. Заместник по политической подготовке. Вот звание полковник. Со звание полковник. Он приехал с проверкой. И той дошел с проверка. И вы знаете, нас построили. И не построиха. Построили учебный батальон. Построиха один батальон. И полковник взял слово. И полковника дали дума. И он сказал нам. И той не каза. Солдаты. Солдати. Результаты сегодняшнего учения показали. Результаты на днешното обучение не показаха. Что отстрелялись вы. Че днес стреляхте. Дюже погано. Много лошо. Да? Все поняли, да? Я тогда не знал украинский, но даже украинский. Я понял тогда. Тогава не знаех украинский, что такое дюже погано. Аз разбрах, какво значит това. Говорит, вот завтра вы будете стрелять в людей, в противника. И утре ще стрелите по хора, в противници. Потому что вас обучают против диверсии. Защото ви обучават срещу диверсии. Завтра зэкс бежит зоны строгого режима. И утре някой затворник ще избяга. И он бежит на тебя. И той бяга към теб. И тебе нужно в него попасть. И ти трябва да попаднеш в него. Почему тебе нужно в него попасть? Защо трябва да попаднеш в него? Потому что он не остановится. Защото той няма да се спре. Через минуту он убьет тебя. И след една минута той ще убие теб. Пробежит по твоему трупу. Ще потича по твоя труп. Это слова полковника, это не мои слова. Вас думите на полковника. И ты знаешь, куда он побежит. И знаешь ли, къде ще тръгне нататък. Ты знаешь, куда он бежит вообще. Знаешь ли, къде тича изобщо. Он бежит в твой дом. Той тича в твой дом. Бежит в твой дом, чтобы надругаться над твоей матерью. Отива в твой дом за другая майка ти. Изнасилует твою сестру. Да изнасили сестра ти. Убить твоего отца и брата. Да убий баща ти и брат ти. И вы знаете, я своими ушами услышал, как заскрежетали зубы. Я со своей уши чух, как... У меня у самого желваки заходили вот так ходуном. Започнаха да скрцат зубы. И вы знаете, в тот момент я готов был убить. И в онзи момент аз бях готов да убия. Почему? За что? Готов был убить за свою мать. Бях готов да убия за майка. За свою сестру. За сестра си. За своих братьев. За братята си. Потому что я их очень люблю. За что-то аз ги обичам. Полковник подловил очень такую мощнейшую мотивацию. И полковника подхвана една много голяма мотивация. Мы будем воевать только тогда, когда мы любим. Ние ще воюваме само тогава, когато обичаме. И говорит, вы сейчас пойдете опять на стрельбище. И сега отново ще ходите на стрельбище. Я добился, чтобы вам выдали дополнительный боеприпас. И ще ви дадут още припаси. Если вы засранцы. И ако ви плохо отстреляетесь. Стреляете лошо. 14 километров от военной части до стрельбища. Щетичите 14 километров от тук до стрельбища. Вы завтра побежите бегом туда. Утре щетичите. И опять будете стрелять. И пак ще стреляте. И потом будете возвращаться пешком обратно. И после пеш ще се връщате обратно. И так будете делать каждый день. И така ще правите всеки ден. Пока не научитесь стрелять хорошо. Докато не се научите пока да стреляте добре. Пока не научитесь стрелять отлично. Докато не се научите перфектно да стреляте. Мать вашу дивизию. И Майк дальше пошел непереводимый армейский нататък, фольклор, который я сегодня не буду говорить. Започва непереводим. Но примерно такая мотивационная проповедь. И такая мотивационная проповедь. После которой нас опять загнали на стрельбище. След която ни гониха отново на стрельбище. Мы шампалами прочистили стволы. И ни почистихме пушките си. И мы начали опять стрелять. И започнахме отново да стреляме. И вы знаете, как мы отстрелялись? И знаете ли, как стреляхме? Мы отстрелялись на отлично. Стреляхме перфектно. И казалось бы, какая разница? И каква е разликата? Послушайте, те же самые солдаты. Същите войници. Те же самые стволы. Същите оружие. Те же самые патроны. Същите патрони. И те же самые мишени. И същата цел. Но мы стреляли уже по-другому. Обаче стреляхме по различен начин. Понимаете, о чем я? Кто-нибудь вообще слышит меня сегодня? Разбирате ли, за какво говоря?
Вы знаете, вот я сегодня именно об этом. И днес говоря за това. За что и за кого мы воюем? За что и за кого се борим? Потому что сегодня бесы входят в наши дома. За что тут днес бесовите влизат в домовете ни? Они входят к нашим родным. Влизат к природнините. Они порабощают наших братьев, сестер. Порабощают наши братья и сестры. Кто-то из наших родных погибает сейчас от наркотической зависимости. Някой от нашите роднини умира от наркотической зависимости. Кто-то от алкоголя. Някой от алкогола. У кого-то брак распадается. Някой му се разпада брака. Вы думаете, это все спроста? И дали е напразно. Библия говорит о том, что это. Это казва. Это враг. Че това е врага. Враг человеческих душ. Враг на человеческие души. Кто вступится за наших родных? И кой ще се застъпи за нашите роднини? Да никто не вступится, кроме меня. Освен мен. Если я не вступлюсь. Ако аз не се застъпя. Вы знаете, я вспоминаю свою бабушку, которая в те советские времена верила в Бога, и ее все, ну, можно так сказать, просто ненавидели, презирали. Я се сещам за баба си, която е вярвала в Бог по тези времена и никой всички я презираха. Но я до сих пор помню свою бабушку. Обаче все още си спомням баба ми. Потому что в те безбожные времена, имела дерзновение молиться за нас. Тя имаше дерзновението да се моли за нас. И мы первые услышали от нее весть. И ние първите чухме от нея тази новина. И она возлагала на нас руки. Тя възлагаше ръце върху нас. И благословляла нас. И ни благославяше. Вы хотите, чтобы вас помнили? Искате ли вас да ви помнят? Чтобы вас помнили ваши дети? Да ви помнят децата ви. Чтобы рассказывали, вы знаете, моя мама как за нас молилась. И да рассказывают майка ми, така си молиш за мен. Или мой папа как за меня молился. Или баща ми, как си молише за мен. Поэтому молитесь уже сегодня. И за това се молете днес. Говорите с вашими детьми о Боге. И говорите с децата си за Бога. Потому что Бог единственная защита. Защото Бог е единствената защита. Нас никто не сможет защитить от греха. И нас никой не може да ни защити от греха. Никто не может защитить от проклятия. Никой не може да ни защити от проклятия. Нас никто не может защитить от болезни. Никой не може да ни защити от болести. Никакие деньги не помогут. И никакви пари няма да ни помогнат. Ты не можешь купить свое здоровье. Не можеш да купиш здраве. Но Бог может дать. Обаче Господ може да ти го даде. Ранами его мы исцелились. Через неговите рани сме исцелени. Аминь. Вы знаете, на этой неделе я... Вы хотите узнать смысл жизни вообще? Искате ли да разберете, какъв е смисъл на живота? От меня, ну, от пастора Геннадия. Может, это только моя версия, конечно. Может быть, твоя самая моя версия. Я задаюсь периодическим вопросом. Господи, вот там вот на прошлой неделе я там тонул, да, в субботу, ну, чуть не утонул. Там, миналата седмица за малко, ну, Господь бы не допустил. Но мысли успели прийти. Ми идваха различни мысли. Господи, зачем я вообще жил? Господи, за что сам живял из общества? А что я успел вообще сделать? А какво успях да направя? И вы знаете, просто вот... Мне хочется еще что-то сделать для Господа. И просто мне иска да направя още нечто за Господ. И самый главный вопрос, который прозвучал. И най-главный вопрос, който звучеше. А любил ли я по-настоящему? Дали обичах наистина? Вот так, чтобы до конца. До края. Вот так, чтобы до смерти крестной. До смерта. Положил ли я реально душу дали за своих? Дали положих душата си за своите хора. И был послушен до конца, как Иисус Христос. Дали бях послушен до края, както Иисус Христос. Иду ли я по следам Иисуса Христа? Дали следвам стъпките на Иисус Христос? И я ехал, возвращался с Бургаса, как раз через Несебър проезжал. От Бургас миналах по край Несебър. И получаю очень сильное такое побуждение. И получих много сильное побуждение. Позвонить одному брату болгарину. Да се обади на един брат българин. Который давно уже не ходит по каким-то причинам в церковь. Който по някаква причина не идва на църква. Но я вдруг пережил к нему какую-то такую сверхъестественную любовь. Обаче по някаква причина и живях много сверхъестествена любов към него. И пришли слова на болгарском языке. И ми дойдоха думи на български язик. И пришло очень сильное побуждение позвонить. И дойде много силно побуждение да му се обадя. И вы знаете, как христианин со стажем я очень четко знал. И като християнин со стаж аз много добре знаех. Что если я сейчас не позвоню. Че ако не се обадя сега. То я уже никогда не позвоню. Никога няма да се обадя. Потому что мы люди привыкли откладывать вот так. Защото ние хората се свикнали да отлагаме. Да, Господи, как-то неудобно. Уже не е удобно. Уже поздновато, уже там малко было е късно. Полдесятого. Вече беше 9:30. Но я понимал, что надо позвонить, потому что разбирах, че трябва да се обадя. Это было от Господа. Защото това беше от Господ. И я точно это знал. Знаех го. Я позвонил ему. Аз му се обадих. И говорю, брат. И му казах, брат. Извини, что поздно звоню. Извинявай, че късно ти се обаждам. А можно я скажу тебе слова, которые Господь побудил мне сказать? Можеш ли да ти кажа думите, които Господ ми възложи? Я верю в то, что они от Бога. И вярвам, че са от Бог. Он говорит, ну скажи. Той ми казва, ми казвай. И я сказал, брат, ты знаешь, я хочу сказать тебе, что я тебя люблю. Знаешь, искам да ти кажа, че те обичам. За те годы, которые мы знаем друг друга, ты мне стал очень близок. За тези години, които се познаваме, ти си ми станал много близък. Липсваш ми на болгарском языке. Я по тебе скучаю. Мне тебя не хватает.
Я признаю тот факт, что я, скорее всего, невнимательный пастор. И признаю факт, что, наверно, не сам внимателен пастор. Может быть, по той причине, что я вырос без отца. Может быть, по причине, что пораснах без башта. У меня есть любовь. А с имом любовь. Но я не научен ее выражать. Обаче, не сам научен да я изразяю. Мне очень трудно сказать человеку, что я люблю тебя. Сложно мне докажу на человек, что губичам. И поэтому я тебе это говорю. И за това аз тебе указываю. Для меня это непросто. За мен това не е лесно. И вы знаете, тишина на том конце. И на другой край и тишина. И потом он говорит, ну, пастор, там все нормально. Извини, что я казываю, пастор, и всичко е наред. У нас сейчас идет жатва. Сега имаме жатва. И просто очень много работы. Имаме много работа. Но я обязательно приду в церковь. Обаче задолжительно, что мы обязательно еще увидимся. Что си видим. Все хорошо, все нормально. И всичко е наред. И он как-то меня так успокоил, и мы еще немножко поговорили. Малку, и закончили наш разговор. И приключихме разговора си. Ну, вы знаете, что я пережил? Обаче, знаете ли, какво преживях? Я пережил блаженство. Преживях блаженство. Блаженство того, что я исполнил Слово Иисуса блаженство Христа. Блаженство това, че исполних Словото на Иисус Христос. Что я был послушен. Че бях послушен. Потому что послушание лучше всякой жертвы. Защото послушание, то е много по-добро от всяка жертва. А не послушание, это все равно, что колдовство, так написано. А не послушание, то е като колдовство, така пише. И лучше быть послушным. И по-добре да сме послушни. Как вы думаете, легко ли одному мужику признаться другому мужику в любви? Как си мислите, дали лесно един мъж да признае на друг мъж, че го обича? По-моему, там его жена рядом сидела, она все слышала. Может быть, жена му даже и била до него. Но просто иногда... Вот я сам по специальности врач. Бача, я по специальности лекарь. Врач-психотерапевт, психоаналитик. Психотерапевт. Я знаю, что иногда слова могут спасти жизнь человека. И знам, че понякога думите могут да спасят живота на человека. Вовремя сказанные слова. Които са казани на время. Слова любви. Думите на любовь. Вот это основная базисная потребность. И твоя основная... Психоаналитики всего мира пришли к одному выводу. И психоаналитики застигнали до одно нечто. Человек живет только ради двух вещей. Че человека живее само заради две нечто. И назвали это базисной потребностью. И не нарекли базисная потребность. Это любить и быть любимым. Да убичаш и да будешь убичан. Любить и быть любимым. Если ты не любишь, и ако ти не убичаш, то смысл твоей жизни тогава какъв е смисъл? Теряется просто. То есть губи. Бог создал нас для любви. Бог не создал за любовта. Он создал личность, то сущность, равную себе самому. Создал сущность, която да е равна Слово на него. Слово Божие так говорит. Така казва Словото. Для того, чтобы любить человека. За да обича човека. И чтобы человек любил его. И човека да обича него. Поэтому заповеди гласят, возлюби Господа Бога всем сердцем. И за това заповеди казва да обичаме Бога с цялото сърце. И вторая заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. И да обичаме ближнее, като себе си. Вы знаете, я понял, что в этом смысл сущности. Я разбрах, что това е смисъл и сущността на човешкия живот. Мы без этого теряем всякий смысл. Без това си губи смисъла. И... Как это вообще работает на практике? И как това работи на практика? Я открою Евангелие от Матфея. Евангелие от Матей. 10 глава. 10 глава. Евангелие от Матфея, 10 глава, 7 стиха. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Это слова Иисуса Христа. Вас одумите на Иисус. Это Его великое поручение. И твое неговото послание. «Идите до края земли». Да, вырвем до края на земята. Вот здесь, вы знаете, на самом деле, здесь Иисус Христос описывает... И тут Иисус Христос описывает... Как проявлять свою любовь? Как да проявляем любовь то си? Вы знаете, Иисус Христос пришел на эту землю. Иисус Христос и дошел на тази земя. Не для того, чтобы стать проблемой. Не за да стане проблем. Он пришел, чтобы разрешать наши проблемы. А то и дошел, за да разрешава наши проблемы. Он пришел для того, чтобы разрушить все дела дьявола. То и дошел, за да разруши всички те дела на дьявола. И победа, победившая мир, есть вера наша. И победа, която побеждава света, е нашата вяра. Иисус Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. Иисус Христос казва, че в свято ще имаме скръб. Но потом что он сказал? Но мужайтесь. Обаче той казва, възмужавайте се. Иисус не сказал, что будет легко. Той не е казал, че ще е лесно. Не обещал. Той не е обещавал. Но он сказал и обещал, что он будет с нами. Обаче е обещал, че ще е с нас. В виде духа утешителя, правда? Через духа на утешителя. Он говорит, не мужайтесь, потому что я победил мир. И той казва, възмужавайте се, защото аз победих света. Сегодня мы принимаем участие в той войне, которая на самом деле уже
закончена. И днес приемаем час во война, която всъщност се приключила вече. Так почему мы продолжаем воевать? Тогава защо продолжаваме да воюваме? Это вы знаете, как во время Второй Великой Отечественной войны. Това е както по време на Втората световна война. Германия капитулировала. Когато Германия капитулира. Ну, где-то по местам войны что? Продолжались. Обаче по някои места войните продължават. Потому что до кого-то еще не дошло. Защото до някой още не е стигнал. Кто-то еще не осведомлен. Още някой не знае. Какие-то части еще не хотят признавать свое поражение. Някои части не искат да признават поражението си. И приходится идти и продолжать. И трябва да продължават да вървят. Воевать до полной победы. Да воюват до полната победа. Вот мы сейчас в таком положении находимся. И ние сега сме в такова положение. Иисус Христос совершил победу. Иисус Христос извършил победа. Но мне также нужно войти в эту победу. Обаче аз трябва да вляза в тази победа. Отвоевать свою семью. Да извоювам семейството си. Свой бизнес. Свой бизнес. Свой род. Свой род. До полной победы. До полната победа. И вы знаете, как я сегодня проявляю любовь? И как проявявам любовта днес? Я позволяю Иисусу Христу делать то, что Он когда-то делал 2000 лет назад. Иисус Христос да вършит това, което е вършил преди 2000 години. Он освобождал. Той освобождава. И Он сегодня хочет освобождать через меня и через тебя. Иска да освобождава через мен и через теб. Он когда-то исцелял. Някога е исцелявал. Он хочет быть ответом на нужды человечества. И той иска да е отговора за нуждите на човечеството. Это проявление Его любви. Това е проявлението на Неговата любов. Он не просто говорит, я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. И той не само казва, аз те обичам, обичам те. Он реально может помочь. А, наистина може да помогне. Недавно, буквально пару недель назад, женщина пришла в наш медицинский центр. Една жена дойде в медицинския ни център. И получила исцеление от глухоты. И получи исцеление от глухота. И начала слышать. И започнала да чува. Почти вообще ничего не слышала. Почти ничто не чувала. И мне приходилось на нее орать. Аз трябваше да и викам. Раздевайся. Субличайся. Ложись. Лягай. Там, ну вот такое примерно. И потом я говорю, а что вы кричите? Извинюсь, тебя мне казва, за что викати? Я все слышу. Всичко чувам. Музыку немножко опустите. Можете да намалите музыката. Это потому что со мной случилось? Какво стана с мен? Я все слышу. Всичко чувам. Я ж была глухая. Аз бях глуха. Слава Богу. Слава на Бога. Еще один интересный случай. И още един интересен случай. Вот именно на сегодняшнюю тему. На днешната тема. Пришла одна болгарка. Че идва една българка. И пожаловалась. И се оплаква. Доктор. Докторе. По ночам меня кто-то душит. През нощта някой ме души. Я живу одна. Аз живея сама. И вот ночью, когда я вдруг присыпаюсь в холодном поту. Когато се събуждам в пот. Кто-то душит меня за горло. Някой ме души. Я понимаю, что никого нет. Я разбирам, че няма машу никой, руками. Махам с ръце. Пытаюсь кого-то ударить, никого нет. Опитам се да ударя някой, никой няма. Прям с силой давит меня и душит. Някой с силами стиска. И мне очень страшно. И много ме е страх. Что можно сделать? Какво мога да направя? Я говорю, ну вообще это духовная вещь. Я сказывам, това са духовни неща. Здесь можно только помолиться. И можно само просто да се помолим. Если вы верите, и ну, вярвате, просто помолимся и свяжем этого помолим, духа, который вас мучает. Този дух, който ви измучва. Ну, если так можно, то давайте. Тя казва, ако може, давайте. Я хочу сказать опять, это состояние. И пак искам да кажа, това е състояние. Давайте мы сегодня запомним две такие простые нека вещи. Нека запомним две лесни неща. Я всегда говорю в таких случаях. В такие случаи казвам. Господь, дай мне любовь к этой женщине. Господи, дай мне любовь к тази жена. Потому что у меня такой любви нет. Защото аз нямам тази любовь. И второе. И второто нещо. Господи, дай мне такую ярость и гнев. Господи, дай мне такъв гнев. К нашему врагу. Гняв към нашия враг. Сатане. Към сатана. Потому что ярости такой у меня тоже нет. Защото такава ярост нямам също. И потом я начинаю молиться. И след това започвам да се моля. Очень важно в момент молитвы освобождения. И много важно в момента на молитва за освобождение. Докричаться и дать понять человеку, что мы молимся не против нее. Да се провикнеш и да дадеш на човека да разбере, че ние се молим не срещу нея. Мы молимся за нее. А се молим за нея. Что Иисус Христос ее очень сильно любит. Че Иисус Христос много я обича. Так сильно любит, что умер за нее. И толкова много я обича, че умрял за нея. Вы понимаете, что Бог вас очень сильно любит. Я заказвам, разбирате ли, че Бог много ви обича. Вы пришли на правильное место. И вы сте дошли на правилното място. Переживите любовь Иисуса Христа. Трябва да преживеете любовта на Иисус. Познайте его. Да го познаете. И второе. И второто нещо. Я начинаю молиться для того, чтобы она пережила освобождение. Започвам да се моля тя да преживее освобождение. Я говорю, сатана, и во имя Иисуса Христа. Сатана, в името на Иисус Христос. Прямо сейчас убирайся вон. Сега се махай.
Тот, кто в нас больше того, кто в этом мире. Който и в нас и по-голям от онзи, който и в този Если свят. С нами Бог, то кто против нас? Бог е с нас, кой е срещу Мы нас? Просто поражаем тебя. И ние те поразяваме. Ты ничего не можешь. И нищо не можешь. Я призываю защиту от драгоценной крови Иисуса Христа. Призывам защитата на скъпоценната кръв на Иисус Христос. И проглашаю эту душу свободной. И провозгласявам, че тази душа е свободна. В силе Святого Духа. В силата на Святия Дух. И вы знаете, мы помолились. И ние се помолихме. И вроде бы внешне ничего не произошло. И външно сякаш нищо не се е променило. Женщина ушла. Жената си замина. Через несколько дней она вернулась. След няколко дена се връща. Как дела? И я питам, как сте? Хорошо. Добре. Сплю спокойно. Спя спокойно. Душит кто-нибудь? Дали ви души някой? Никто не душит. Никой не ме души. Я невероятно вам благодарна. Я съм невероятно благодарна. Что это? Какво е това? Что вы сделали со мной? Какво сте ми направили? Что это? Магия или това, что дали это? Е магия? Кодирование какое-то, или гипноз. Или някакво кодирование, хипноза, какво Я говорю, е? Нет, это Иисус Христос. Аз казвам, не, това е Иисус Христос. Потому что Он и сегодня спасает, Защото Он той и сегодня спасява, освобождает. И днес освобождава. Вот, а вы куда-то ходите? Пък вие ходите ли някъде? Ну, я говорю, что вот мы ходим в церковь. Аз казвам, че ние ходим Я хотела бы входить в вашу церковь. И тя казва, аз бих искала да идвам на вашата церква. Скажите, где вы? Кажете, къде сте? Я сказал. Аз си казах. Ну, она сделала такую... Не знаю, как это назвать, она пошла в православную церковь Обаче, к своему батюшке. При в православную церковь при... И попросила у него благословения пойти в нашу церковь, посмотреть, что мы там делаем. При отец и его питала за благословение, да дойде на нашу церковь. Ну как вы думаете, что батюшке сказал? И как си мислите, как вот ее отговорил той? Ну это секта, да? Ну твоя секта. Там такое они вытворяют. Ты такие нечто правят там. Там у них наркоманы освобождаются. Там наркоманите все освобождают. Ну, секта, да? Ну, что секта. Еще можно сказать? Одержимые получают освобождение. Обсебенники получают освобождение. Люди получают исцеление. Хорто получают исцеление. Ну, все то же самое, что у первых учеников Иисуса Христа. Всичко, все, что такое, то се случило. Которых называли представителями ереси назарейской. Считали сектантами. Представители на эрес. Просто какими-то маргинальными. Смятали за сектанты, маргинали. Слава Богу, что мы секта. И слава на Бога, что мы секта. Последнее место, которое я хочу сегодня открыть. И последнее место, которое я хочу открыть днес. Это послание к Ефесянам. Послание к Ефесяне. Четвертая глава. Четвертая глава. С 26 стиха. 26 стих. Вот интересное место сегодня открою. Интересное место. Здесь только один стих. Има само один стих. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Как вы думаете, гнев это грех? Как си мислите, гняв? Грях ли? Сам по себе гнев не является грехом, потому что так и написано. Гневаясь, не согрешайте. Гневот не се явява грях. То есть, когда человек разгневался, он еще не согрешил. Че, когато се гневите, Но он, конечно, может согрешить во гневе. Потому что, когда человек се гневит, той не согрешава, обаче може. К апостолу Павлу очень часто приходило состояние негодования, крайне негодования. Павел много часто испадаше в такого состояния на негодование. Когда он мог кому-нибудь сказать ослепни, человек мог ослепнуть. Когда би могъл да каже на човека да ослепей. У него была невероятная власть, у апостола Павла. И той имал невероятна власт. Он также воскрешал, также освобождал и также исцелял, как Иисус Христос. Исцелявал, както Иисус Христос. Я хотел сегодня подсказать, где мы эмоцию гнева можем проявлять очень спокойно, свободно. Да подскажа, къде можем свободно да проявяваме тази емоция. Я сегодня хотел вам предложить такую небольшую практику. Бих искал да ви предложа една практика днес. И практиковать ее реально вот в таком праведном гневе. И да и практикуем в един праведен гняв. Потому что у Иисуса Христа есть праведный гнев. Защото Иисус Христос има праведен грях. И у Иисуса Христа есть ненависть. И Иисус Христос има омраза. Об этом написано в книге Откровения. И го пише в книгата на Откровение. Где Иисус Христос говорит. Където Иисус Христос казва. Я ненавижу учение николаитов. Аз мразя учението на николаитите. И я ненавижу дела николаитов. И мразя делата им. Вы представляете, Иисус Христос ненавидит. Представите ли, Иисус Христос мрази. Но он ненавидит дела. Обаче той мрази делата, а не людей, а не понимаете? Хората. Очень важно нам вот это отличать. Много и важно, да го различаваме. Разводить мосты, как я говорю. Когда я гневаюсь, когато я стараюсь свой гнев обрушить гневя, не на человека, не на душу человеческую. Да не го, а на тот поступок, который человека, человек совершил, а понимаете? Поступка, да? Която е направил человек. И сказать, вот этот поступок мне и очень да не понравился. Тази поступка не ми хареса. И давай мы сейчас помолимся. И нека сега се помолим. Чтобы разрушить дела дьявола. Да разрушим делата на во имя Иисуса Христа. В имя на Иисус Христос. И сегодня я в конце хочу предложить короткую практику. Днес в края искам да ви предложа една кратка практика.
Помолиться за своих родных. Да си помолим за роднините си. За свои дома. За своите домове. За своих детей. За децата си. За своих родителей. За родителите си. Это будет практика. И това ще е практика. И вы можете свободно выразить свой гнев. И можете спокойно да изразявате гнев. Я хочу сказать, вы не согрешите. И вы няма да согрешите. Когда будете в гневе молиться за своих родных. Когато в гняв си молите за роднините си. Потому что вы будете воевать за них. Защото ще воювате за тях. И гневаться вы будете на дьявола. И ще се гневите на дьявола. Потому что он заслужил. За что той заслужил? Заслужил наш гнев. Той заслужил наш гнев. Потому что он пришел для того, чтобы что? Той душил, за какво? Чтобы украсть, да открадни, убить да и погубить. И да погуби. Давайте мы склоним наши сердца. Или давайте лучше встанем. Нека се исправим. Кричать не нужно. Не нужно да викаме. Можно тихо с властью говорить спокойно. Може тихо с власт да казваме. Давайте мы вместе скажем, сатана. И нека заедно кажем, сатана. Прежде чем ты уберешься. Преди да си махнеш. Ты вернешь мне все. Ти ще ми върнеш всичко. Что ты украл. Което си откраднал. Из моей семьи. От моето семейство. Из моего бизнеса. От мой бизнес. Из моего рода. От мой род. Прямо сейчас. Сега. Я приказываю, повелеваю тебе. Аз ти заповядвам да си махнеш. Верни мне все. И да ми върнеш всичко. Что мне принадлежит. Което ми принадлежи. Во Христе Иисусе. Иисус Христос. А теперь, дьявол. А сега, дьявол. Убирайся вон. Си махай. Из моего дома. От мой дом. Из моей семьи. От моето семейство. Из моего бизнеса. От мой бизнес. От моего рода. От мой род. Я заклинаю тебя. Я заклинаю. Господом моим Иисусом Христом. Господь Иисус Христос. Я провозглашаю власть. Аз провозгласявам власт. И защиту драгоценной крови Иисуса. И защитата на скъпоценната кръв на Иисус Христос. Над всей моей семьей. Над цялото ми семейство. И над всем моим родом. Над целия ми род. И мы молились вместе. И молихме заедно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святия Дух. Если согласны, скажите аминь. Кажете, аминь. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя. Thank you.